Даже самые дорогие и технологичные блесна, воблеры и прочие искусственные приманки для ловли хищной рыбы не сравнятся со снасточкой из мертвой рыбки, с этим практически дармовым видом ловли. Многие фирмы, выпускающие блесна, пытаются привить своим искусственным приманкам вид и поведение настоящих мальков. А зачем, когда в водоеме плавают живые воблеры и блесна? Сколько хочешь. Итак, снасточка из мертвой рыбки – простой способ изготовления. Пару оборотов. Чтобы она держалась. И с этой стороны то же самое. Делаем петелечку. Пару оборотов. Дома можно будет в домашних условиях, когда ее делаешь, все это получается ровнее. Берем рыбку и продеваем сквозь живца. Выпускаем через рот. Таким образом крепим тройник не за цепляйку с помощью карабинчика. Вот так вот. Можно закрепить у изголовья рыбки еще один тройник. Но этого делать не буду. И цепляем на карабинчик поводка. Вот. И делаем первый заброс. Проводку снулой рыбки-приманки нужно осуществлять очень медленно, и от этого ловля на нее бывает более эффективной. И даже если вы бросите приманку в воде и по каким-то причинам отвлечетесь, ну, например, как мне в данном видео позвонил телефон, вероятность поимки щуки остается очень высокой. Опа, и пошел удар. Ага. Вот она снасточка в действии. Вот на данном участке я пробовал всякие блесна, не зацепляйки. А вот она такая вот шикарная щучка.